Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Дима, и вы на канале Димасик Влог. И сегодня я вам покажу, как же все-таки сделать префиксы в чате. Префиксы в чате, префиксы над головой и префиксы, конечно, в таб-листе. Ну а мы начинаем! Для этого нам понадобится два плагина. Чтобы сделать префикс в чате, нам понадобится плагин Chatty. Ссылку на него я оставлю в описании. А чтобы сделать в табе и над головой, нужен плагин NameTagEdit. Его можно установить тоже по ссылочке в описании. Так что же нужно делать? Вот вы установили плагин, и теперь мы должны прописать команду. NTE. Вот. И тут все команды NTE. Вот создаем команду NTE player. Например, давайте на моем втором аккаунте NTE player, ваш ник, префикс и уже сам префикс. Вот это вот такая вот черточка D. И чтобы, например, сделать жирным, я сделаю еще одну черточку и L. Вот. И пишем тут, например, VIP. И тут ник будет серым. И вот, как видите, у него сзади теперь префикс VIP, и в таблице тоже VIP. Вот, и, например, я сейчас переключусь на тот аккаунт. Так вот, я уже на этом аккаунте, тут админ у меня написано, вот тут в табе тоже админ. Вот, и теперь, как видите, у меня тут в ранге написано VIP. Если я напишу что-нибудь в чат, то тут тоже написано VIP. Да. Вот видео про чатти, я сниму обзор на этот плагин. Вот, например, можем даже прописать в глобальный чат, у меня будет сообщение G. Вначале тут L это локальный чат, а G это глобальный чат. И тут у меня показывается белым, чтобы меня все услышали. С вами, как всегда, был я, Дима, и вы были на канале Димасик Влог. Всем пока-пока!